А я вас во сне видел. Вас и Генку. Хороша компания. Геннадий, как сказал классик, пошел не за той путеводной звездой. Ну ладно, путеводная звезда. Его собственная неудовлетворенность. За нее пойдет куда угодно. Будет орать что угодно. Не любит? Нет. Кофе – это хорошо. Серьезный человек из серьезной конторы. Вот Валерка так не считает. От вашей конторы мне помощь не нужна. Нам не нравится полигон. Ага. Мы стремимся его закрыть. Понятно. Вы тоже не любите полигон? Я всех люблю. Я маленький темный фотограф. Вы только что спохватились, да? Сегодня в 5 утра? 2 месяца тому назад господин президент подписал один указ. Психотропное воздействие. А ты следишь за новостями? Ну, у меня был сюжет о тоталитарных сектах. Что вам надо лично от меня? Ключик, Валера. Просто ключик. Сережа, будет проще, если ты перейдешь с языка классики на человеческий, перестанешь сиять револьвером за поясом и государственной службой. Не надо сердиться, Валера, это моя работа. Ключик полигона, в данном случае человечек полигона. А, Генку я вам не дам. Что вы будете с человечком делать? Пытать, конечно, каленым железом. Что ты глупые вопросы задаешь? Положим в госпиталь, подтвердим изменения психики и все, и не будет вашего полигона любимого. Да, но Генку я вам не дам. Он придурок, нацист, я с ним говорить не хочу, но это к делу не относится. Генку я, положим, не прошу. Нам нужны не полигонщики. Мы закрываем не трибуны, а полигоны.